Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вам всегда сообщат о том, что стартовало какое-то новое игровое событие и расскажут, что в нем необходимо делать. Пока я снимал обзор на Коро 45 тонн, который сейчас продается на Черную Пятницу, появился новый квест. Сегодня разработчики прям бомбят по полной программе всякого рода игровыми событиями, и это действительно очень круто. Пятница удалась однозначно. Открылся квест «Доступ разрешен», и здесь написано, что золото срабатывает дважды. Многие игроки могут подумать по поводу того, что из этого квеста можно забрать себе голду. Но это не совсем так, ребята, точнее, это совсем не так. Для того, чтобы пройти этот квест, необходимо пополнить свою золотую копилку. Что имеется в виду? Вот сюда вот забрасываете какую-то сумму голды, и на эту сумму голды у вас заполняется ваша линейка. То бишь, пополнили копилку на 2500 золота, добрались до определенного уровня. Пополнили копилку себе на 10000 золота, забрали себе полностью все и мистический сертификат в конце. Причем сюда считается не только то золото, которое вы покупаете за реальные деньги в магазине. Сюда считается в том числе золото, которое вы зарабатываете, допустим, играя с бустерами. Поэтому, друзья мои, понимайте правильно данный квест. Золото здесь получить, скорее всего, не получится. Ну, разве что вам выпадет это золото из контейнеров, либо вам выпадет коллекционка, которая у вас была. Тогда да. А так, ребят, квест не про золото, квест про верхние награды. Надеюсь, был вам полезен. Пошел снимать дальше обзоры на танки из Черной Пятницы. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.